Танюш, кушать? Хватит долбить по стене, достал уже. И ракетку эту положи. Ты с ней в руках на карлика похож. Если заняться нечем, пойди лучше работу поищи. Тань, ну ты же знаешь, я не просто так тренируюсь. Я скоро попаду в мировой рейтинг, возьму Ролан-Гаррос, и мы станем богатыми. Господи, слушай, может, я все-таки засунуть свою гордость в одно место и попросить у отца хоть копеечку? Ты что, вообще страх потеряла? Тварь. Я всего добьюсь сам. Ясно? Кто-то звонит. Повезло тебе. О, Саня, здорово. Ну ты вообще не изменился. Че, рассказывай, как сам, как жизнь. А вы кто? Ты че, Сань? Это я, Богдан. Мы с тобой в универе в одной группе учились. По-моему, это какая-то ошибка. Я тебе говорю. Я просто на последнем ряду сидел всегда, поэтому в кадр никогда не попадал. А так я до сих пор на связи со всеми нашими, и с Аллочкой, и с Кузей. Танюш! Слушай, тут Богдан пришел, говорит, что учился с нами. Ты помнишь его? Припоминаю. Я на самом деле проездом в Москве на денек. Вот гостиницу тетки в Астрахань везу. В Астрахани же много арбузов. Ну да. Потому что мы их туда привозим. Шутка. Ну, тогда что? Прошу к столу? Я же это, в Москву приехал пупок проколоть. У нас город маленький, специалистов таких нет. А это что у вас, акустическая бас-гитарка? Ну да. А можно? Конечно, давай, Танюш. Вот это. Держи. Ага, спасибо. Станкиан. Классика. Саша, а может, ты покажешь Богдану, как ты мячик о стену бьешь? Че? Правда, что ли? Нет, ты знаешь, я с удовольствием. Я. Так, сейчас, Богдан, сейчас. Я только разомнусь, буквально 5 минут. Ребят, я сейчас, быстро! Зачем ты приехал? За тобой, Танюш. Бросай этого жирного и возвращайся ко мне. Богдан, не надо. Да почему? Ну, вспомни, как нам с тобой хорошо было. А секс у нас какой с тобой был? Настоящий. А не вот с этими откидушками. Хватит. Нельзя вот так исчезнуть на 10 лет, а потом заявляться, как будто ничего не было. Танюш, ты же знаешь, я актер. Я выбрал карьеру. Ты променял меня на стальные канаты. Спектакль недооценили. Он опередил свое время. Это уже не важно. Извини, Богдан, но ты опоздал 10 лет, потому что я люблю жирного. К сожалению. Ну, знаешь что, Лёшка, от меня? Только попробуй. Ребят, я почти готов! Тань, я тебе же это... подарок принес, вот это тебе. Это что? Это духи и средства для очистки подошвы из Литуаля. Из Литуаля? Угу. Там в приложении вообще все есть. А мне это зачем? Реклама. Ну что, Богдан, готов увидеть будущего чемпиона в деле?
О, слушай, одну минуту, я сейчас позвоню. Один звонок, все, и смотрим. Все, хорошо? Давай. Все, давай. Классный парень. Сейчас я его покажу. Алло, Сём, привет. Слушай, дело есть. В общем, я тебе сейчас скину адрес. Нужно будет приехать и по моей команде позвонить в дверь и убежать. Слушай, я тебе потом все объясню. Все, давай, с меня киндер-сюрприз. Давай, пока, племяш. Раз вообще 14 было. Нормально бахаешь, Сань. А? Будущий Федор. Я открою. Да играй дальше. Я сама открою. Нет! Эй! Ты чего делаешь? Я спас ее. Табуретка была подпилена. Что? Да, я хотел убить тебя. Потому что люблю ее. Что за бред? Вы же едва знакомы. Мы давно знакомы. У меня даже есть татуировка с ее именем. Вообще-то, ее зовут Таня. Во время «Стальных канатов» я один раз так сильно вошел в роль, что потерял палец. И мне пришили новый. Но тот палец всегда со мной. Знаете... Я понял одну очень важную вещь. Если любишь, отпусти. Поэтому я отпускаю тебя, Танюш. Это тебе в память обо мне. Будь счастлива, детка. Прощайте. Богдан, подожди! У меня один вопрос. А вот эти все, ну, твои интервью, это по правде все или постанова? А тебя это ебать не должно. Большие города. Пустые поезда. Ни берега, ни дна.